Йо-йо-йо-йо, малышня, здорово, с вами Артемальд, великий обзор. И это, конечно же, детство, игры детства, а именно Disney Afterson Collection. Здесь есть парочку игр, которые мы любили в детстве на Sega. Самые разные. Ну что, начнем? Чего начнем? Давайте начнем с 1989 года. Играть гонка со временем, битва с боссом. А давайте играть. А изи, конечно. Все для начала нужно изи. Так. Управление, в принципе, стандартное. Кстати, они очень даже хардкорные, ребята, игрушки. Поэтому, если вы думаете, что это так просто, не, херушки. Только иди сюда. Оп. Как же приятно все-таки вернуться в детство. Ёперный театр. Ох, бля! Тихо, тихо, тихо. Совсем забыл. А мне плевать. Я уже много позабывал, что тут делать, конечно, но... Блять! Но будем стараться, конечно, проходить. И все с самого начала. Ха-ха-ха-ха-ха! Хардкор! Вот именно. Ну что, давай-ка вернемся... Вернемся к... Чип и Дейл 1990 года. На два плеерца. Ну это же чудо просто. У вас, суки, есть уникальная, блядь, возможность. Соплюжуи, которые еще даже не родились в 90-е. Поиграть в эти уникальные проекты. Вот просто. Это же просто, блядь. Чудо! Я вспоминаю, как я рубился с кентом в эту игрушку. Это было шедеврально, ребята. Эти псины. А. И спустя столько лет ты ощущаешь полный кайф, ребятки. Такой кайф. Сколько здесь пасхалок, сколько здесь загадок. Красота просто. Так. Вот так вот легко свалиться и все. И начать. Правильно. С самого начала. Ха-ха-ха-ха. Так, выходим. Дальше. Дальше у нас Tailspin. Тоже великолепная игра на Денджи. Ну, на Сеге тоже, кстати. Престарт. Погнали. Ч
Чё такой дерзкий, иди сюда, о. Я их в свое время так задрачивал, но все прошел просто. Они хардкорные. Упс, сорян. Сорян. Тихо. Тихо, подводные лодки. Они опасные, они резкие. И когда ты проходил все эти игры, ты считал себя просто профессионалом игр. Это было такое чувство незабываемое, ребятки. Думал, что вот все, ты сейчас свернешь все горы, пройдешь все игры. Но не тут-то было, это было всего лишь... Наивно! Всего лишь было наивно. Когда ты встретился реально с серьезным проектом. Так что я очень благодарен Disney, что они выпустили этот проект. Его стоит купить, ребятки. Эту коллекцию. И поиграть. Так. Далее у нас тоже хардкорная вещь. 92 год. На-на-на-на-на-на-на-на. Кстати, у многих на картриджах были нелицензионные версии. И некоторые даже не могли ее пройти. То есть очень много было игрушек, которые были непроходимые. Да, это реально, кстати. Это тоже одна из моих самых любимых вещей. Тоже хардкорная. Так. Вот надо зацепиться, успеть. Иди сюда. Так. Житуха. Так кажется, что вот легко. Нифига подобного. Так. Вот на эту падлу пока прицепишься. Вот на вот эти крюки тоже было задротство. Все, зацепило, и ты начинаешь заново играть. Вот такая вот классная вещь. Так. Ну что самое интересное, здесь уже можно... Битва с боссом. А, то есть тут уже сохранки своего рода. Так, во что мы еще не играли? Во что? Так. Конечно же, Изи, погнали. Вторая часть. What the fuck? Зацепила. Лягун. Так.
общем, это было детство великолепное. С такими шедеврами. Вот-вот-вот, чё ж я и прыгаю, что здесь эти твари. Так. Получил казан-абаза? Вот это я не помню, чё. А, фак! Ну что? Вспомнили детство, ребятня? Вспомнили, вспомнили эти коллекции великолепных игрушек. Это приятно на самом деле поиграть. Спасибо Capcom, спасибо вообще Disney, что выпустили эти несколько замечательных проектов. Это был Арчибальд, великий обзор. 10 из 10. Это лучшее, что было в нашем детстве. Это лучшие игры. Я считаю так, что их нужно проходить, их нужно показывать своим детям, да, допустим, и в них играть. Лайк, дизлайк, подписка и покидос. До новых великих обзоров.